Эго Винкс недоделанные, нафиг. Как они вообще это делают? Я вот с самого начала Among Us'а даже не понимал. Чё подсматриваешь, печенька? Как они вот эту вот пыльцу у себя на башке? Тут, значит, посмотрю на камерах, чё у нас где находится. И почему у меня здесь пыльца феечки Винкс над люком горит? А у меня такой хороший вопрос. А в начале, после того, как закончилось голосование, у Хрейда на голове была вот эта вот пыльца. А сейчас она почему-то горит над люком. Ну, ты проходи. Ты... Вот эта вот крыса серая. Предатель. А я не понял, а ты с чего это взял? Все же видели в предыдущем вот этом вот раунде, то что Хрейд, когда выбегал из этой комнаты, у него над головой вот этот вот пыльца феечки Винкс была. Все видели это? Ну так вот. А потом, когда я побежал вот туда, возле камер, чтобы через камеры попытаться найти один из трупов, труп Чпунька и труп Андре, я увидел то, что над люком вот это вот пырики-пупырики вот эти вот голубые летают. А потом через минуту увидел опять Хрейда на улице, как он мимо меня пробегал с этими пыриками-пупыриками. И чё, ты сейчас хочешь как-то оправдаться то, что ты не убийца? Подожди, а чё мне оправдываться, прости меня, пожалуйста, нормально, мало ли там какой-то баг случился или еще что-то. И вообще, эта феечка, это не геометрически, не свойственно и невозможно. Так что Отомчик не мог это видеть, это вранье. Ты чё несёшь, дебил?